идя по лесу, обнаружил вот такую бетонную дорогу. Сейчас мы по ней движемся и доходим до какого-то здания. Плитами все перегорожено. Но тропинка натоптана, как будто сюда на работу ходят. Что-то мы когда в Адуляр приезжали, примерно такое же было. Какая-то площадка, огорожен забор. Вот видите, это сделано для того, чтобы туда никто не проезжал. Ну, здесь уже спилили железо. Ага. Ну, не совсем тут, конечно, все разворовано. Но бардак здесь такой. Слушайте, 20-й год календарь висит. Это получается, что 2 года назад здесь что еще человек был какой-то, который все это дело охранял. Не могу ничего сказать. Сейчас мы прикроем вот эту дверь, чтобы было так, как было. И зайдем вот отсюда. Вон какое-то здание. Сейчас прям с него и начнем, да, осмотр. Там вот какие-то бетонные блоки валяются. Слушайте, ну, уже довольно-таки интересно. Не знаю, как вам, а я уже начинаю потихонечку... О, ничего себе. Оно вообще круглое, что ли? Оно круглое. И там какие-то круглые здания. Вот вход есть. Давайте войдем. И посмотрим. Угу. Это получается, мы в центре зала. И как видите, здесь какие-то комнаты были. Ну, я так полагаю, что наверху что-то должно было быть. Но этого, к сожалению, уже нету. Ну, ладно, пройдемся дальше. Посмотрим, что там. От этого здания, я смотрю, здесь плиты лежат, соскладированы. И их делали, видите, облегченные и теплые из керамзита. И вот мы сейчас идем... еще двум постройкам примерно такого же вида или плана. Вон тоже лежат бетонные изделия. Блин, это так вообще трехэтажное. Слушайте, ну, необычное строение, конечно, и почему-то круглое. Я вход не наблюдаю. Слушайте, здесь даже окна стояли. Смотрите, вон одна рама упала. Вот здесь еще стоит рама. Вот там тоже стоит рама. Заходим внутрь.
ботинок. Кровать. Слушайте, ну, а как попасть на второй этаж? Честно говоря, даже не знаю. Но, судя по всему, попадать надо было вот тут, в этом месте. Потому что только здесь проем в потолке. Ну, сказать, что здесь должна была быть лестница, ну, не знаю. Ну, честно говоря, не знаю. Этого, как его, другого входа тут нету. Блин, кому-то не лень было сюда диван тащить. Однако тут вот песочек, по песочку ходим. Это вот что такое сверху тут лежит? Тут тоже. Главное, окна, вот они. Тут три валяются. Как раз трех нету, и одно стоит. Окна здесь тоже были. Получается, что эта заброшка — это недострой. Недострой чего-то. Сейчас будем выяснять, что тут недостроили. Смотрите, какая странная закономерность. Вот мы сейчас с вами идем к еще одному зданию. Здесь кирпич красный. Вот, кстати, там что-то на крыше было. Вот. Тут тоже что-то на крыше было. А тут вот кирпич белый. Даже стекла в некоторых. И вот там дальше, по-моему, точно такое же здание. О! Видите? Ящик какой-то. Объект 224 НЦ, сооружение 8. Военные силы Российской Федерации. О как. Так, кл, выкл. Ага. А вот тут-то лестница была. А эту лестницу раздолбили. И она, вон, видите, поднималась на второй этаж. О, блин, там еще кусок висит. Может так прилететь по башке. Так. Что мы тут видим? Ну да, там есть какой-то вход. Здесь вот нарисовано, что это выход. Так, это уже интересней. И вот, блин, какое-то западло вечно. Чуть что,
Ничего себе, тут сколько ящиков-то. А я опять без фонарика. Не, ну, соответственно, все ящики пустые. Ну, тут, смотрите, уже и мебели побольше. Ё-моё. Тут в полу должна была быть, походу, проходить какие-то кабеля. О, там книжка какая-то. Центробежные вентиляторы. Словарный справочник. Рабочая документация. Министерство обороны. Воинская часть 44-910. О как. Так, ну-ка. Так это план, ёк-макарёк, это план этого здания. Представляете? О, в нескольких этажах. Короче, ничего не понятно. Так. Надо это сложить так же, как было, чтобы следующий, кто сюда пришел, мог все это дело посмотреть. Нет, не так. Да блин, как это было-то? А, вот так вот. Вот так вот. Ага. И вот так вот. Значит, чертежи тут, размеры, короче. Вот. Все, это военная информация. Не будем разносить ее. Так. Ежедневный рабочий план. Тут что у нас? Нет, ничего. Наставление по стрелковому делу. Угу. А, вот что мы не посмотрели. Мы с вами не посмотрели. От какого числа тут документы-то вообще все? Давайте вот сюда что-ли глянем. Нет, тут что-то ничего не написано. Ладно. Еще раз залезем сюда. А, 87-й год. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Это, короче, получается, что с 87-го года. Так нет, там же... А, ну это может охрана была. Угу. Так, ладно. ПК-1, огнетушитель.
уголок по ТБ. Технике безопасности. Ага. Ага. Работаю вдвоем на лестнице и так далее. Так, ясно. Тут что-то все поломано. Что-то электрическое. Хорошо. Идем далее. А, так мы это круг сделали уже. К сожалению, на второй этаж мы попасть не можем. Однако, тут, походу, ключи висели. Шахматы кто-то играл. Книжки тут кое-какие есть. Да. 15 комнат здесь, короче, было. А, так это вообще, наверное, КПП. О, контрольно-пропускной пункт, скорее всего. Ага, праздник какие-то. Красочка облупилась. Так, выходим и движемся дальше. Вот к тому объекту. Попробуем там что-то отснять.